Я Рафик Афаниль, представляю профессиональный бойцовский клуб «Ахмат». Для меня большая честь выступить на грозной битве 12 в Казахстане, представлять свою республику. Попытаюсь подвести своих болельщиков, показать красивый зрелищный бой. Желаю своему сопернику удачи, ведь она ему пригодится в этом бою. Gentlemen, WFC League in association with Ahmat Fight Club, Kazakhstan proud to present the main event of the evening. 3 5-minute rounds of mixed martial arts. Cage weight in at 73 kilos contest. Представляем вам судейский корпус. Главный судья, main judge. Андроника Шуган, судья у клетки, at cage side, 3 judges scoring this contest. Бахтияр Санзибай, Айбек Есенбай и Жанат Латипов. Ваш судья хронометрист, your timekeeper, Герихан Хадзиев. И с ударом гонга, ваш рефери в клетке, and with the bell rings, your referee in charge, Ашот Ашуган. Итак, дамы и господа, на трибунах миллионы фанатов смешанных боев во всем мире. Сайтами спортхола Таули, главный бой вечера! Представляю вам соперников и первым бойца в синем углу. Introducing first fighting out of the blue corner. Ему 40 лет, рост 170 сантиметров, вес 73 килограмма ровно. 40 years old, he stands 170 centimeters tall, official weight 73 kilograms even. Профессиональный рекорд, 37 боев, 23 победы, 14 поражений. His professional record 37 bouts, 23 victories and 14 defeats. Чемпион мира по ММА, бывший чемпион WEC, ветеран UFC, обладатель черного пояса по бразильскому джиу-джитсу. Ladies and gentlemen, he is MMA world champion. WEC former champion, UFC former participant, and Brazilian Jiu-Jitsu Black Belt owner. Ladies and gentlemen, Tommy Gaspara is Brasini, Gervas Unreal Frota! А вот его соперник в красном углу. Ему 22 года. Рост 176 сантиметров, вес 73 килограмма ровно. Профессиональный рекорд 11 боев, 10 побед и только одно поражение. Чемпион Евразии 2015. Серебряный призер чемпионата Евразии по профессиональному самбо 2015. Чемпион Казахстана по ММА Ишек Пешек. Победитель турнира «Красная битва 9». Представляющий спортивный клуб «Ахмат» Павлодар, Казахстан. Встречайте, Фани Нагай Рафиков! Фото-центр.
Listen to my comments. Слушаем все команды. После команды стоп не работаем. Check it. Good luck. Первый раунд. Раунд 1. Где же ваша поддержка? Астана! И ваши аплодисменты! И для награждения в октагон приглашается президент бойцовского клуба «Акбат» Абузаид Весмурадов, президент бойцовского клуба «Акбат» Казахстан Султан Ичиев и техническим нокаутом добивание победа одержал «And your friend» по технику нокаут «Панчес» Фани Нагай Рафика! И аплодисменты нашему городу.